Человек покорил три стихии: землю, огонь и воду. Осталось покорить четвертую – воздух. Для этого нужны аппараты тяжелее воздуха. Воздушный шар – игрушка в руках ветра. Это я запишу. О, моя рукопись! Не горюй, Жуль. Теперь тебя прочтет весь мир. Мы теряем высоту. Вижу. Что случилось? Сейчас. Клапан заело. Что нужно делать? Так, давай освобождаться от балласта. Мы падаем. Еще как. Если нам не удастся зацепиться, вон за те деревья мы погибли. Погибли? Что за чушь? Я еще не начинал жить. Напрасно терял время. Нужно торопиться жить, Жуль. Жизнь коротка, вот тебе доказательство. Они падают. Гони, гони! Держись, Жуль! Вы живы, мсье? Жив, жив. О, о. Спасибо, мсье. О, Жуль! Жуль! Ну, да... Открой глаза, ну. Так, проверим. Что тут? Так, коленка. Все в порядке. Ну, поднимайся. Цел, цел. Да, все в порядке, друг. Благодарю. Да. Так. О. Жюль Верн, драматург. Анарина Морель. Я счастлив, мадемуазель. Верн. Я запомню это имя. Мою пьесу играют в театре Александра Дюма, и я бы хотел... О! А вам приходилось встречаться с Дюма? Да, я с ним знаком. Боже, вы счастливый человек! О, папа! Папа, ты только послушай! Подожди, подожди. Мы спасли человека, который видел самого Дюма. Мы приехали из Амьена. Вот как из Амьена. В Париже мы всего 2 недели. Не двигайтесь. Внимание. Мсье? Прекрасно. И все-таки спеши жить, Жюль. Спеши сделать все, на что ты способен. О, слава богу, что обошлось все благополучно. Могло бы кончиться по-другому. Да. Если бы ты испустил дух на руках этой прекрасной незнакомки, кем бы ты остался в ее памяти? Человеком, который видел самого Дюма? Я тебя знаю, Жюль, и знаю, что ты способен на большее.
Ты пьесу пишешь? Нет, повесть. О чем же? О путешествии на воздушном шаре. Но неужели на Земле не осталось места, достойного внимания писателя? Я и не собираюсь всю жизнь витать в облаках. Вот закончу повесть и спущусь на землю. Более того, я даже намереваюсь отправиться вглубь земли, к ее центру. Как ты думаешь, тебе за это заплатят? Не уверен. Не мешало бы кое-что купить? Мне ничего не нужно. Лично у меня есть все. Бумага, чернила, перо. Наконец ты. И весь мир. Посмотри, как он огромен и беспределен. Нет, определенно, я богаче. Если так, купи в своем мире что-нибудь на ужин. Пойду-ка я расскажу о твоем богатстве лавочнику. Может быть, он продлит нам кредит. Добрый день. Добрый день. Аэростат с температурным управлением. Откуда вы знаете все это? Вы физик? Химик? Нет. Образование? Юрист. Правильно. Хватит сюсюкать перед детьми. Давно пора заменить чудеса фей чудесами науки. Сколько вам лет? Да, вы правы. Никому это не интересно, даже вам самому. Скоро 34. О, возраст Христа. Но, судя по вашему цветущему виду, проживете вы втрое больше. Так что большой беды не будет, если вы еще поработаете над рукописью. Тем не менее, я издам вашу книгу. Более того, я готов заключить договор на все последующие ваши книги. Но рукопись надо переработать, пока это лекция. И даже скучная лекция. Просто непонятно, как вы умудрились пройти мимо удивительных возможностей, которые открывает выбранная вами форма. Не история воздухоплавания, а история с воздухоплавателями. Вот что требуется сделать. Превратить это в роман. Вы поняли? Публика хочет, чтобы ее занимали, а не учили. Обратили внимание, как называется наш журнал? Воспитание и развлечение. Мы должны учить и воспитывать, развлекая. Сколько вам понадобится на переработку? Год, полгода? Я сделаю все в 2 недели. Я умею работать, месье. Встаю в 5 утра и работаю до обеда. А обедаю поздно вечером. А вам нужны деньги? Мне бы хотелось... Словом, деньги доставят мне радость, если я получу их законченную работу. Желаю успеха, месье Верн. Thank you.
вопроса, хотели бы поохотиться на акул. Акула в здешних водах? По всей видимости, это рыба молот. Капитан, на судне вы, Джон. Благодарю вас, милорд. Что случилось, Эдуард? Сейчас увидим. Рад тебя видеть, дружище. И я рад бесконечно. Я встретил нашего несравненного, неподражаемого месье на улице. Оказывается, он только что приехал в Париж. Да, я сегодня из Африки. Посмотри на мой роскошный загар. О, я сказал ему, что вы назначили мне свидание. Я примчался сюда, чтобы обнять старину Жюля. И очень кстати, друг мой. Я всегда кстати. Говорят, что ты без моего позволения в своей новой книжке вывела в одном из персонажей меня. Ничего подобного. В романе «Земли на Луну» действительно есть персонаж по имени Мишель Ардан, но... Не морочь голову. Ардан или Надар, перестановка слогов не помешала каждому парижанину узнать в этой фигуре меня. Я стал еще более знаменитым, чем был. Рассказывай. Ничего страшного. Ваш друг усадил вас в цилиндроконический снаряд, а потом выстрелил им из гигантской пушки. Это правда? Ну, каковы должны быть заряд и длина ствола этой пушки, чтобы снаряд мог достичь Луны? Теоретические расчеты я делал совместно с профессором Анри Гарсе. Ну что, Гарсе, можно верить. А ты подумал, что при выстреле снаряда от гигантских перегрузок пассажиры могут быть раздавлены? Я изобрел специальное амортизационное устройство. И где же я теперь? Вращайтесь вокруг Луны, мой друг. В качестве ее спутника? Вот именно. Гениально. Позволяю. Тысячу раз позволяю. Разрешаю впредь пользоваться мною по твоему усмотрению. Где ж ты еще найдешь такую колоритную фигуру? О, шампанское. Жюль, что случилось? Когда посыльный принес вашу записку, я решил, у вас неприятности, а вас просто распирает от радости. У тебя родился ребенок? Можно сказать и так. Сегодня мы будем праздновать рождение нового романа. Я не мог не прийти к вам. Мне тесно в комнате. Меня распирает грандиозность замысла. Это даже не роман, а серия романов. Возможно, трилогия. Это будет лучшее из того, что я написал. Подожди, а что будет со мной? Ты собираешься меня возвращать на Землю? Только не сейчас. Пожалуйста, повращайся вокруг Луны. Продовольствия хватит на полгода. Как будет называться ваш новый роман? Что сообщить в проспектах вашим читателям? Название придет само. Впрочем, сообщите так. Дети капитана Гранта. Кто он, этот капитан Грант? Шотландец, который не может примириться с тем, что Англия поработила Шотландию. Какое вам дело до шотландских проблем? Это проблема угнетателей и угнетенных. Мое сердце всегда на стороне последних. Будь то венгр, шотландец, индус или болгарин. И мое перо будет верно служить им. У вас большое сердце, Жюль. Оно готово принять в себя боль каждого. Выдержит ли оно? Вчера я получил письмо от учеников парижской школы. Его подписали 15 тысяч школьников. Вот что они пишут. Талантливый учитель по всем предметам. Это обо мне. Что они хотят? Они просят написать географический роман, в котором были бы и приключения, и полезные сведения о науке. Вы же не станете удовлетворять просьбу каждого школьника? А почему бы и нет? Счастлив писатель, у которого есть такие читатели. Положим, читатели должны быть счастливы не менее. Итак, история с географией. А может быть так. Занимательная география. Послушайте, как я завязал сюжет. Шотландское судно охотится на акулу. Акула поймана, ей вспарывают желудок и обнаруживают бутылку. И что же в бутылке? В бутылке.
Бутылка фирмы Клико. Вам виднее, дорогой майор. Интересно, там что-нибудь есть? А вот это мы сейчас увидим. Олбинет? Похоже, здесь три документа, копии одного и того же, написанного на трех разных языках. Вот это английский. Так. Да. Ага. Французском. Французском. И? Немецком. Вы хорошо знаете этот язык? Да, милорд. Прекрасно. К сожалению, бумага сильно попорчена морской водой. Трудно что-либо разобрать. Ну, хотя бы общий смысл, Эдуард. Уцелевших слов очень немного. Наверное, они дополняют друг друга. В самом деле, не уничтожила же морская вода в трех документах слова на одних и тех же местах? Да. Что, если попробовать соединить уцелевшие обрывки слов из всех записок? С большой буквы «гр». Может быть, речь идет о каком-то мистере «гр». Вот здесь рядом слово «скип». Очевидно, это скиппер, капитан? Ну, конечно, речь идет о капитане, потерпевшего крушение судна. Ну, вот видите, мы уже кое-что знаем. Отлично, господа, отлично. Дальше, дальше, Эдуард. Вот в немецком варианте «граус». Что это такое? «Граус». Это только часть. Ага. Вот последние два слова. Их легко разобрать. Окажите им. Окажите Попробуем им. Соединить со словом assistance. Получится, окажите им помощь. Да, верно, окажите им помощь. Помощь. Окажите им помощь, они нуждаются в помощи. Дальше, дальше идут. Вот в немецком варианте сохранилось слово глаз. В английском на том же месте go. Получаем Глазго. Глазго. Очевидно, Glasgow. Речь идет о судне из порта Глазго. Браво, Джон. Друзья. Решительно французский вариант наиболее полон из всех трех. Да, вы правы, милорд. А что Ой, значит... здесь Нет. даже цифры есть. А что обозначает слово «онжи»? Лонжитюд, долгота. И действительно есть какие-то цифры. Это же широта. 37 градусов 11 минут. Да, браво, Джон, наконец-то у нас есть хоть одно точное указание. Так. Где же долгота? Не все сразу, кузен. Смотрите, в немецком варианте есть два очень важных слова. Цвай и... Атросен. Вернее сказать, матроусен. Очевидно, речь идет о капитане и двух матросах. Остраль. Остраль, да-да, Южный. А, и, да. Стало быть, крушение произошло в Южном полушарии. Посмотрим, нет ли указания на название страны. Обратите внимание на слово агони. Может быть, Патагония? Патагония? Совершенно верно. 37-я параллель проходит через Патагонию и далее через Атлантический океан. Хорошо. Итак, продолжим наши догадки, господа. Два матроса и капитан достигли чего? Контан. Контин, контан. Континент. Материка. Материка. Прошу обратить на это ваше внимание, господа, что именно материка, а не острова. Какова же их судьба? Да. Они призонье. Пленники. Чьи же пленники? Крюэль эндиен. Жестоких индейцев. О, Господи. Достаточно ли убедительно это для вас? Конечно. Да. Я, кажется, догадываюсь, как звали капитана. Здесь во французском варианте записки сохранилось слово «ан». Оно совпадает с буквами «гр» в английском варианте. Значит, капитана звали... Грант? Грант. Грант. Не тот ли это отважный шотландец, который хотел основать новую Шотландию где-то в Тихом океане? Независимую Шотландию. Свободную от власти Англии. Да.
Мне кажется, что вы правы. Это именно тот грант. Вот. 30 мая. Перу, Кальяо, Глазго, Британия, грант. Так вот. В 59 году он отправился из Глазго на трехмачтовом судне «Британия», и с тех пор о нем ничего не известно. Теперь нет никаких сомнений. Это он. Значит, нам известно все? Почти все. Я сейчас попытаюсь восстановить текст этой записки. Итак, 7 июня 1860 года трехмачтовое судно «Британия» из порта Глазго затонуло у берегов Патагонии в Южном полушарии. Два матроса и капитан Грант попытаются достигнуть берега, где попадут в плен к жестоким индейцам. Этот документ был брошен под... Это нам пока неизвестно. Долготы и 37 градусом, 11 минутами широты. Прекрасно, Эдуард. Окажите им помощь, иначе их ждет гибель. Если эти несчастные снова увидят свою родину, то они будут обязаны этим счастьем нам. Они увидят родину. Этот документ настолько ясен и достоверен, что Англия не может не прийти на помощь трем своим сыновьям, выброшенным на пустынный берег. Обращаться к лорду Гленаровану, порт судна Дункан. О! Мы хотели бы увидеть лорда Гленарована. Его нет на борту, мисс. Лорда нет на судне. Если угодно, я провожу вас к леди Гленарван. Нет, нам нужен сам лорд Гленарван. Извините моего брата, сударь. Он устал. Мы приехали издалека. А может быть, нам разрешат подождать лорда здесь, на судне? Для меня это большая честь, сударыня. Я капитан этого судна, Джон Манглс, к вашим услугам. Мэри Грант. А это мой брат Роберт. Мэри Грант? Да. Не дочка ли вы капитана Гранта? Да, сударь. Мэри Грант? Позвольте вам представить, мисс, леди Гленарван. Прошу вас. Прошу. Сударыня. Мэри Грант. Ваш муж поместил объявление в Таймсе. Умоляю, скажите, что вам известно о крушении Британии? Жив ли наш отец? Девочка моя, я не хочу внушать вам призрачных надежд. Говорите, сударыня, говорите. Я умею переносить горе. Но может случиться так, что вы скоро увидите своего отца. Прошу вас. Представить нашу радость, когда нам, наконец, удалось восстановить текст этих записок. Они были написаны на трех языках. Английском, французском и немецком. К сожалению, вода пощадила только несколько слов. А где же документ, сударыня? Мне бы хотелось увидеть почерк своего отца. Лорд Гленарван отвез его в Адмиралтейство. Он надеется добиться отправки судна на поиски капитана Гранта. Возможно ли это? Да благословит Бог вас и вашего супруга. Каждый бы на нашем месте сделал бы то же самое, лишь бы оправдалась надежда, которую я заронила в вашем сердце. У этих людей нет сердца. Они отказали? Они заявили, что документ темен, непонятен, что катастрофа произошла 4 года назад и что очень мало шансов отыскать их. Уверяли, что они попали в плен к индейцам и были увезены вглубь страны, и что нельзя же обыскать всю Патагонию ради трех человек, трех шотландцев. Что поиски погубят больше людей, чем спасут. Словом, приводили все доводы, решив заранее отказать. Они помнят проекты капитана о независимой Шотландии. И теперь несчастный Грант безвозвратно погиб.
Эдуард, мисс Мэри и ее брат Роберт, дети капитана Гранта. Это их лорды Адмиралтейства только что обрекли на сиротство. Мисс Мэри. Дорогая мисс, если бы я знал, что вы... Джон. Мы сами отправимся к этим господам. Нет, Роберт, нет. Поблагодарим милых хозяев за все, что они сделали для нас. Мы этого никогда не забудем. И удалимся. Что вы собираетесь делать? Я брошусь к ногам королевы. Посмотрим, останется ли она глуха к словам двух детей, молящих спасти их отца. Вам не пробиться к королеве. Мэри Грант. Выслушайте меня. Эдуард. Капитан Грант, бросая в море это письмо, вверял свою судьбу тому, кому оно попадет в руки. Оно попало к нам. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что начать супружескую жизнь добрым делом – великое счастье. Вот вы, Эдуард, задумали это увеселительное путешествие, чтобы порадовать меня. Но можно ли испытать большую радость? Можно ли принести большую пользу, чем спасая несчастных, которым отказалась помочь их родина? Да, вы поняли меня, Эдуард. Дункан – доброе, надежное судно, не так ли, капитан Манглс? Разумеется, сударыня. Любой моряк может только мечтать о таком судне. Значит, Дункан может смело плыть в южные моря? Да куда угодно, хоть на край света или даже вокруг него. Тогда в путь же, друзья. Поплывем на поиски капитана Гранта. Июля 1864 года Дункан покинул берега Шотландии и отправился на поиски капитана Гранта. Роберт! Доброе утро, мисс. Доброе утро, капитан. Не волнуйтесь за мальчика. Он где-то здесь. Я только что видел его на палубе. Роберт, вернись!
капитан, прикажите ему. Этот мальчишка просто насмехается над морской болезнью. Обещаю вам, что вскоре мы представим капитану Гранту лихого молодца. Да услышит вас небо, капитан. Будем надеяться, мисс Мэри. Роберт, осторожней! Доброе утро. Доброе утро, милорд. Я надеюсь, что мы отыщем этого достойного капитана. У нас самое быстроходное судно и лучший в мире экипаж. Вам нравится Дункан, мисс Мэри? Да. Я думаю, что он дает 15 узлов. Да, прибавьте еще 2, и вы не ошибетесь. Судя по всему, вы недурно разбираетесь в морском деле, мисс Мэри. В таком случае в лице капитана Джона вы найдете хорошего друга. Морскую профессию он ставит выше всякой другой на свете. Я с детства проводила время на кораблях отца. И теперь, если понадобится, я смогу взять рифы. Вы слышали, Джон? Ваш экипаж пополнился еще одним славным моряком. Двумя, милорд. Я сделаю из этого мальчугана отличного юнгу. Или я не Джон Манглс. Олбинин. Как спали, Олбинин? Вы сегодня выглядите бледнее, чем обычно. Вообще не спал, милорд. Это проклятая качка. Помилуйте, море сегодня гладкое, как атласная простыня. Боже мой, куда он все время проваливается? Кто он? Да пол же, милорд. Это не пол, а палубы. Что с вами будет, если ветерок посвежее? Лучше вообще об этом не думать. Тогда вы потеряете своего верного слугу. Нам вас будет очень не хватать, Олбинин. Говорят, что усопших опускают прямо в пучину. И привязывают к ногам ядро. Вот именно, Олбинин. Поэтому постарайтесь сберечь для нас, для всех, вашу драгоценную жизнь и позаботьтесь о завтраке. А мы покажем мисс Мэри судно. Что бы ни случилось, милорд, вы можете рассчитывать на завтрак вовремя. Вот это мужской разговор, Олбинет. Майор, вы идете с нами? Если прикажете. Оставьте его, Эдуард. Пока майор в облаках дыма, ему не до нас. Видите ли, мисс Мэри, наш майор даже во сне не выпускает свою сигару изо рта. Недурно. Чего-то, однако, не хватает. Я еще не пойму, чего. Да. Не хватает доктора Клоубони. Кого? Или, скажем, профессора Линденброка из путешествия к центру Земли. Понимаете, в каждом вашем романе, дорогой Жюль, присутствует ученый, эдакий популяризатор науки, который по ходу действия многое объясняет. Но это роман для юношества, и мне хотелось бы обойтись без скучных объяснений. Почему же скучно? Вы, как никто другой, умеете сделать полезное, увлекательным и интересным. И, кстати, больше всего вам удаются именно портреты людей науки. Стало быть, вы хотите, чтобы в сюжете появился ученый? Я просто настаиваю на этом. Вы вошли в литературу с романом нового типа. Вы сделали своей музой науку. Науку, которая наделила человека могуществом и помогла ему проникнуть в тайны природы. Я вам не советую отступать с этого пути. Его будут звать Жак Элиассен Франсуа Мари Паганель. Кого? Ученого, которого вы хотите увидеть на Дункане. Сказать по чести, я берег его для другого замысла, но вы правы. Отлично, Жюль, отлично. Значит, вы перепишете начало. А разве это не годится? Но там нет этого вашего... Паганеля. Да, Паганеля. Паганеля. Черт побери. Я уже заранее люблю его. Значит, пора ему появиться. Но откуда он возьмется на палубе Дункана? Кругом вода. Не упадет же он с неба? Вот именно с неба. Очень хорошо.
Мой Паганель — фигура экстравагантная, и появиться он должен необычно. Пусть он возникнет из ничего, из облака. Стюарт? Вы стюарт этого судна? Да, сэр. А я пассажир каюты номер 6. Каюты номер 6? Неви. А как ваше имя? Олбинет, сэр. Но... Итак, мой друг Олбинет, пора подумать о завтраке. Да не откладывая. Уже 36 часов, как я ничего не брал в рот. Вернее сказать, я проспал 36 часов, что вполне простительно пассажиру, который примчался без остановки прямо из Парижа в Глазго. Скажите, пожалуйста, в котором часу у вас завтрак? В 9. О, пардон, пардон. Excusez-moi. Сейчас. Момент. Где же? Еще нет и 8. Ну, тогда, мой друг... Олбинет, принесите-ка мне, пожалуйста, печенье и стаканчик черри. А где капитан? Еще не вставал, да? А помощник капитана? Ну... Тоже спит. Ну, к счастью, погода хорошая, судно идет, само собой. Сэр, вот и капитан. О! Enchanté, месье. Очень-очень-очень-очень рад познакомиться с вами. Позвольте пожать вашу руку. Я не сделал этого третьего дня вечером, только потому что в момент отплытия не следует никому мешать. А сегодня я очень рад познакомиться с вами. Ну, теперь мы познакомились, стали старыми друзьями. Давайте поболтаем немножко. Скажите мне, вы довольны своей Шотландией? Позвольте, а о какой Шотландии вы говорите? Ну, о Шотландии, на которой мы находимся. Это... Прекрасное судно. Мне расхваливали его качество и достоинство его командира, капитана Бертона. Кстати, вы не родственник великого африканского путешественника Бертона. В таком случае, примите мои поздравления. Сэр, я не только не родственник путешественника Бертона, но даже и не капитан Бертона. Значит, я разговариваю с его помощником, мистером Барднесом. Мистер Барднес? Сегодня. О, пассажиры, пассажиры. Чудесно, чудесно. Мадемуазель, мадам, мсье, мне чрезвычайно приятно увидеть... Лорд Гленарван. О, милорд. Вы извините, что я сам представляюсь вам, но в море, мне кажется, можно несколько отступить от светского этикета. Надеюсь, наше путешествие в обществе этих прекрасных дам покажется нам коротким и приятным. Сэр, с кем имею честь говорить? О, Жак Элиасен Франсуа Мари Паганель, секретарь Парижского географического общества. Член-корреспондент географических обществ Берлина, Бомбея, Дармштадта, Лейпцига, Лондона, Петербурга, Вены, Нью-Йорка. А также почетный член Королевского географического и этнографического института Восточной Индии. Господа,
Вы видите перед собой человека, который 20 лет изучал географию, не выходя из кабинета. И, наконец, решив заняться ею практически, направляется теперь в Индию, чтобы связать в одно целое труды великих путешественников. Месье Олдвинец? Месье Паганель. Да. Позвольте мне задать вам один вопрос. Хоть 20, милорд, разговор с вами для меня одно удовольствие. Вы поднялись на борт этого судна 3-го дня вечером? Да, милорд, 20:00 вечера. Прямо из вагона я бросился в кэп. Из кэпа на Шотландию, ведь я еще из Парижа заказал. Благодарю. Каюту номер 6. На палубе было темно, я никого не видел. Был очень утомлен, и к тому же я знал, во избежание морской болезни полезно улечься на койку. И не вставать с нее в первые дни плавания. Поверьте, я лег и самым добросовестным образом проспал 36 часов. Все ясно, мы все как раз были в церкви. Итак, месье Паганель, вы направляетесь в Калькутту. Да, милорд, всю свою жизнь я лелеял мечту увидеть Индию. Наконец-то моя мечта осуществится. Я попаду на родину... слонов. Значит, вам не безразлично посетить именно эту страну, а не какую-нибудь другую? Было бы не только не безразлично, даже я бы сказал неприятно, милорд, так как у меня имеются рекомендательные письма к лорду Сомерсету, генерал-губернатору Индии. Да, еще дано поручение географическим обществам. Вам дано поручение? Моя мечта осуществить то, чего не удалось еще ни одному путешественнику. Обследовать течение реки Цангпо, которая с севера огибает Гималайские горы. Не сливается ли она в области Асамы с рекой Брахмапутрой? А уж тому путешественнику, которому удастся осветить этот вопрос, будет обеспечена золотая медаль. Господин Паганель, это бесспорно прекрасное путешествие, и наука вам будет за него признательна. Но я не могу дольше вас держать в неведении. Дело в том, что в ближайшее время вам придется отказаться от удовольствия побывать в Индии. Кому? Отказаться? Почему? Потому что вы плывете в сторону противоположную полуострову Индостан. Что за шутки? Капитан Бертон. Я не капитан Бертон. Да, пардон, мистер Бартнес. Я не Бартнес. А Шотландия, я надеюсь. Это судно не Шотландия. А как же оно по-вашему называется? Оно называется Дункан. Скажите, пожалуйста, милейший, как называется ваша... Верх рассеянности. Плыть в Америку, когда собрался в Индию. А знаете, я ведь слышал о нем. И здесь нет ничего удивительного для меня. Жак Паганель выдающийся ученый. Но еще больше он известен своими злоключениями. Да? Однажды он издал прекрасную карту Австралии, куда умудрился втиснуть Японию. Ну что ж мы будем делать с этим беднягой? Не можем же мы взять его с собой в Патагонию. А почему бы и нет? Разве мы должны отвечать за его рассеянность? Если бы он сел не в тот поезд, он бы не смог его повернуть обратно. Конечно, нет. Но он сошел бы на ближайшей станции. Он может это сделать в первой гавани, где мы остановимся. Господин Паганель! Да? Что вы там ищете? Я заблудился на этом вашем Дункане. Подождите, я вам сейчас помогу.
Да-да, прошу вас, помогите! Я хочу вернуться к вам! Позвольте вас проводить, сэр. Да-да, спасибо. Что ж мы будем делать с этим беднягой Паганелем? Только со мной могло такое случиться. Но завтрак не должен от этого пострадать. Простите, господин Паганель, но вы заняли место капитана. О, прошу. Пардон! Пардон! Все-таки приключение удивительное. Придется мне все-таки примириться с этим. Ну, что поделаешь? А моя каюта? Заказанная на Шотландии, а мой багаж, а моя одежда? О Шотландии вам придется позабыть. Ну и куда идет ваш Дункан? В Америку, господин Паганель. В Америку? Да. А куда именно? Консепсьон. В Чили? В Чили? Как я теперь покажусь на заседании географического общества? Ну, не отчаивайтесь, господин Паганель. Скоро мы зайдем на остров Мадейра, и там вы пересядете на другое судно, которое доставит вас обратно в Европу. О, благодарю вас, господин Паганель. Но мне кажется, что Дункан это... Пожалуйста, это прогулочная яхта, не спа? Совершенно верно, сэр. И принадлежит она лорду Гленарвану. Который просит вас без стеснения пользоваться его гостеприимством. Я бесконечно благодарен вам, милорд. Но разрешите мне высказать весьма простое соображение. Индия – это прекрасная страна. Она полна неожиданностей для путешественников. Да, мы, наверное, не бывали там. А поскольку у вас увеселительное путешествие, то стоит вам немножко повернуть руль, и Дункан направится прямо в Калькутту. Господин Паганель. Если бы это было увеселительное путешествие, я, не задумываясь, бы сказала, давайте все вместе направимся в Индию. И я думаю, лорд Гленарван не был бы против. Но дело в том, что наш Дункан плывет в Америку на поиски капитана Гранта, судно которого потерпело крушение у берегов Патагонии. Так. Капитан Грант, я что-то о нем читал во французских газетах. Это, кажется, речь идет о записке, найденной в бутылке. Да. Выходит, мисс Грант... Мисс Грант и ее брат Роберт... Дети этого отважного капитана. Mes enfants. Позвольте мне выразить надежду в благополучном исходе вашего предприятия. Благодарю вас, господин Паганель. Я не перестаю молить Бога о том, чтобы мой отец оказался жив. Тогда мы найдем его. Медам, мезами. Я безгранично восхищен вашим поступком. Пусть ваша яхта продолжает свой путь. Я не простил бы себе, если бы задержал ее хоть на один день. А не хотите ли вы, господин Паганель, присоединиться к нашей экспедиции? С удовольствием, мадам, но мне нужно выполнить данное мне поручение. Придется мне сойти на первой же стоянке. Значит, на Канарских островах? Абьян? Тогда на Канарских островах. Ну что же, господин Паганель, рад возможности видеть вас несколько дней гостем на моей яхте. Но мне еще повезло, что я ошибся судном так удачно. А где этот документ? Я бы хотел взглянуть на него. Thank you.
пик Тенерифе. Милорд, я буду с вами говорить на чистоту. Скажите, вы собирались до моего появления делать остановку на Канарских островах? Нет. Ну а зачем тогда туда заходить? Канарские острова слишком хорошо известны. Заходим. О них все написано, все сказано. Да, на них открыть что-либо новое трудно. И развлечений мало. Ну, что касается развлечений, то для географа все интересно. Уметь видеть — это наука. Но открыть что-либо там после великого Гумбольдта невозможно. Он поднялся на самую вершину пика Тенерифе. Там даже негде было сесть. Спрашивается, что делать Паганелю на этой горе после такого великого ученого, а? Что же вы намерены предпринять, господин Паганель? А где вы собирались делать следующую остановку? В Концепсионе. В Чили. Ай, черт возьми, меня это чрезвычайно отдаляет от Индии. Ничего страшного. Как только мы обогнем Южную Америку, вы начнете к ней приближаться. Ну, это-то я знаю. Ну и не все ли вам равно, попадете в Ост или в Вест-Индию? О, милорд, такой довод не приходил мне в голову. Господин Паганель, а не отправится ли вам вместе с нами? Но, миледи, а мое поручение? Месье Паганель, предупреждаю, мы пройдем Магеллановым проливом. Сэр, вы искуситель. А потом вы должны принять во внимание, что Франция могла бы разделить Шотландии честь участвовать в этой экспедиции. А географ был бы полезен на нашей экспедиции. Правильно, Роберт. К тому же, что может быть прекраснее, чем поставить науку на службу людям? Вот это хорошо сказано. И потом, вы так же, как и мы, должны положиться на волю случая, вернее, провидения. Оно дало нам в руки это письмо, и мы отправились в путешествие. Оно же привело вас на Дункан. Так не покидайте нас, месье Паганель. Знаете, господа, что я думаю? Вы хотите, чтобы я остался? Ох, не лукавьте, Паганель. Вам самому смертельно этого хочется. Чертовски! Но я стеснялся в этом признаться. Азармус и узбарон, сасын аладус. Передался тендар, правило зетана, урмарис. А, марис. Немножко испанским марис море. Урмарис, нунка диэмтас навигарус. Асына инда ленда прабана. Энту принет. Албинет! Что вам угодно, сэр? Васой шуномен дебень, Албинет. Прошу прощения, я не совсем точно понял вас. Восоиш ун омен дебень, сеньор. Ваш компрандеш? Здесь очень шумно, сэр. Я вам хотел сказать, что вы очень хороший человек, Олбинет. Стоп, машина! Экватор! Месье Паганель. Да? Мы все вас поздравляем. Ну, с чем вы меня поздравляете? А... Ну, как же, с весьма знаменательным событием. А почему стреляла пушка? Что да, происходит? А вот это вы сейчас узнаете. Экватор! О, господа, 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 очки, очки, очки! Господа! Возьмите очки! Прощайте, Паганель! О, о,